Защита нашей Родины всегда считалась священной обязанностью для настоящего мужчины. И потому славянские старшеклассники активно участвуют в учебно-полевых сборах, во время которых они проходят настоящую школу возмужания. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ полковник! Еще вчера эти бравые ребята спешили на школьные уроки, а сегодня они надели камуфляж и встали в строй. На театральной площади нашего города собрались допризывники со всего района, чтобы принять участие в открытии учебных сборов. Собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Товарищи курсанты, поздравляю вас с открытием учебных военных сборов. Ура! 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 Есть такая профессия — Родину защищать. И каждый молодой человек, каждый мужчина должен быть при необходимости быть готов защитить Родину, защитить свою семью, быть готовым постоять за себя. Вот сейчас у вас будет идеальная возможность на сборах проявить все свои навыки физической подготовки, все свои знания военного дела, в целом образования, для того, чтобы усовершенствоваться и на практике опробовать вот то, чему вас учили в течение вот этих лет. 292 курсанта будут постигать на практике основы армейской жизни и закреплять в ходе подготовки полученные теоретические знания. В этом году сборы будут проводиться в муниципальном лагере «Ровесник». Я принимаю не первый раз участие в полевых сборах в таком формате. С очень хорошим настроением мы знакомимся с огневой, с тактической подготовкой. Строевая подготовка также есть. Едем мы на 4 дня, 3 ночи. Настроение у всех очень хорошее, надеемся, в этом году тоже все будет хорошо. Помогут ребятам освоить военные премудрости опытные наставники, преподаватели. Каждому придется служить в вооруженных силах Российской Федерации. Кто-то будет офицером уже, а кто-то будет рядовым, сержантом. И они уже должны знать основы, азы начальной подготовки. Они отстреляют с автомата, как положено, пройдут курс по тактической подготовке, огневой, зомб, инженерной подготовки. Как гласит народная мудрость, в бою нужны смекалка, отвага и закалка. Все это есть у будущих защитников Родины. А если в подготовке наших славянских допризывников чего-то еще не хватает, то сборы помогут изменить ситуацию к лучшему. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».